Всем привет! В этом видео мы вам покажем наш ассортимент курточных плащевых тканей. Курточные и плащевые ткани актуальны не только в осенне-зимний период. Также вы сможете сшить из нее безрукавку, чтобы носить прохладной летней ночью. Сейчас немного расскажем о каждой, а внизу под описанием к этому видео вы сможете увидеть ссылки на каталог на сайте. Первая – это курточная ткань с мембраной Softshell. О ней мы снимали очень подробное видео, прикрепим ссылочку сверху. Есть разные оттенки этой ткани. Вторая ткань в нашем ассортименте – это плащевая дюспо. Это курточная ткань с водонепроницаемой пропиткой PU Milky. Водонепроницаемая пропитка PU Milky защищает от ветра и осадков. Также эта ткань удерживает пуховой наполнитель, что очень важно при пошиве пуховиков. Дюспо долго не выгорает и очень хорошо носится. Данную ткань преимущественно используют для пошива верхней одежды – куртки, детские комбинезоны, ветровки, плащи. В нашем ассортименте довольно большая цветовая палитра. Следующая ткань – это плащевая ткань с перламутровым переливом. Она очень привлекательная внешне, а также отталкивает воду. Например, капли дождя плавно и мягко скатятся с вашей одежды. Материал легкий, тонкий, но плотный. Практически не мнется. Ткань прекрасна для пошива легких курток, также без рукавок или плащей. А для детских курток и комбинезонов у нас есть очень интересная ткань с милыми принтами. Ткань имеет матовую и гладкую фактуру, а благодаря внешней водоотталкивающей обработке капли дождя с ткани легко и быстро скатываются. Также в этой ткани есть пропитка ПУ – полиуретановое покрытие, которое придает ткани устойчивость к влаге, поту и стираниям, а также загрязнениям. Обработка Milky отвечает за защиту цвета, то есть цвет ткани не блекнет ни на солнце, ни после стирок. В общем, это отличный вариант для активного ребенка. Совсем недавно к нам приехали очень классные неоновые яркие цвета плащевой ткани Royal. Эта ткань обладает всеми теми же свойствами, что и прошлая ткань, то есть водоотталкивающая пропитка, ПУ и также Milky, которая сохраняет цвет. Ткань мягкая, легкая и очень актуальная в нынешнем сезоне. Яркие цвета в тренде. Одна из наших популярных курточных тканей – это курточная ткань с мембраной Tops. Про нее мы уже снимали отдельное подробное видео, оставим ссылочку под видео, так что заходите туда и смотрите. Ткань с небольшим и классным пич-эффектом, также водоотталкивающая и очень теплая. Она отлично подойдет для ветровок, для легких спортивных курток, а также для безрукавок. В наличии имеется красивая цветовая палитра. Переходите по ссылочке снизу сразу в каталог на сайте. Для курток и плащей также можем предложить светоотражающую ткань. Материал очень привлекательный и необычный, хорошо защищает от каплей дождя. Ткань хорошо светится в темноте, так что вы точно не останетесь незамеченными. Из нее можно шить как детские, так и взрослые куртки, плащи, а также использовать для пошива аксессуаров, например, поясные сумочки. Для любителей неярких оттенков у нас есть замечательная курточная ткань Nova, которая обладает водоотталкивающими свойствами и защищает от капли дождя и других осадков. Но следует заметить, что она может не справиться с сильным ливнем или длительным пребыванием под дождем. Для сухой погоды из нее получится отличная безрукавки. У ткани на видео нежно-розовый оттенок. Вот так вот корректно отображается. Также в наличии есть другие цвета. Все эти курточно-плащевые ткани вы можете приобрести в нашем магазине на Маширова 10 или в торговом центре столицы на втором уровне, 517 помещение. Ставьте лайк, если вам понравилось данное видео, и подписывайтесь на наш канал. На нашем канале много обзоров на ткани.